поймется как раз, и другие тренеры передают их, потому что есть тренеры там начальной подготовки, естественно, что им не имеет смысла доводить их до Олимпийских игр. Есть специалисты, которые уже знают, как работать с профессиональными спортсменами, которые уже являются и возрастными. То есть это уже другая специфика. Хорошо. Спасибо, Женя, огромное, что к нам зашел. Было очень интересно. Все мы темы обсудили, есть что-то тебе народ донести еще. Мне на самом деле, конечно, все очень понравилось. И идея гладиаторов вот этих, здорово ее развить, действительно в телешоу. Потому что так вот вся эта ротация. Ну, благо, что мы, скажем так, договорились с агентством вот, спортивных сборов, вот, со спортсбором. Они как раз и финансируют этот проект. Вот, поэтому они большие молодцы, что подхватили это. Вот. Ну, в дальнейшем, надеюсь, что будет все только развиваться в лучшую сторону. Спасибо. Приходите.